Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердила правила игры? Да, самое главное запретить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата, помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень 5, потом вверх по лестнице. Yeah.
Давай влево. Thank you.
торговый этаж, вот сюда. Давай, Дима. Бегай сюда! Бегай сюда! Вперед! Он ускалывает! Проламывай! Подожди, мы пойдем под прицельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял?
Уйди! Херня, блядь! Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь! Топор лишь ему, где факел?